В прошлом году он был шестым, суммой меньше 205, 204,88. Сейчас у него 212. И он совсем не факт, что в эту самую шестерку-то еще и попадет. Очередной француз на льду. Самый молодой, но, возможно, один из самых перспективных. Хотя нет, не настолько он молод, насколько можно предположить, судя по его внешности. Шафик Бессегье. 22 года этому спортсмену. Он недавно в сборной. Ну, не проходил он столь сильную команду, как французская. Еще в прошлом году выступал Пробер, которого никак не мог подвинуть Бессегье. Горится ему четверной. Ну, может. Может четверные прыгать. Пока четверные мы видели только в исполнении Жубера и Ворона. Нет, только два тройных лупа. Причем даже они не идеальны. Неудачно, 3,5 аксель. Тройной луц.
улетит, наверное, далеко этот француз. Да, однозначно. Я думаю, что проигрывает. Еще будут очень низкие компоненты. Он еще и Сергею Воронову проигрывает. Я к чему веду, что сейчас Воронов после выступления.